Я хочу кое-что сказать. Компанию нужно реструктурировать. В соответствии с твоими оценками, новый бизнес по доставке и отправке опиума будет приносить компании около 2 миллионов в год. И поскольку речь идет о таких суммах, у меня есть надежные люди в Детройте, Нью-Йорке, Бостоне, с которыми я уже говорил. В обозримом будущем бизнес с наркотиками в Америке будет приносить 20 миллионов долларов в год. И как член нового поколения, я могу переложить на себя бремя с ваших усталых плеч. Все будут получать проценты с доходов в виде ренты. Взгляни в будущее, Томми. Хотя бы прочти непредвзято. Здесь холодно, Майкл. It's up all night to get some.